последствиями природной стихии борются и жители Перу. Национальный институт гражданской обороны страны сообщил, что наводнение, произошедшее в одном из регионов, унесло жизни 18 человек. По информации института, с начала сезона дождей, начавшегося несколько месяцев назад, в Перу погибли порядка 60 человек. Наводнение и оползни разрушили более 2000 домов, затоплены поселки и автомагистрали. Идет эвакуация местных жителей. В районах бедствия закрыты школы, детей перевели на дистанционный формат обучения. Не ходит общественный транспорт. Спустя 40 лет циклон Яку вернулся. И вновь последствия катастрофические для бедного, уязвимого народа. Семьи погрязли в грязи, рисовые поля смыты. Невозможно даже предсказать течение рек, различить, где на самом деле устье, а где последствия наводнения.